Евреи в Израиле и по всему миру в эти дни празднуют Хануку, или праздник освящения. Но знаете ли вы, что самое раннее письменное упоминание о Хануке на самом деле находится в Новом Завете? В Евангелии от Иоанна 10:22-23 есть описание тех событий. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом». Тот факт, что Иешуа пошел в Иерусалим на этот праздник, говорит нам о многом. Потому прежде чем мы пойдем дальше, что же мы по сути празднуем в этот зимний праздник освящения? Около 200 года до нашей эры Иудея страдала от греческих правителей, которые запрещали изучение Торы и поклонение в храме. Греческие правители были все более решительно настроены эллинизировать еврейский народ, и эти преследования достигли кульминации при нечестивом царе Антиохии Эпифане, который осквернил храм, вошел во святое святых и сделал хранение Торы преступлением, которое каралось смертной казнью. Он сжег все школы, которые только мог найти. Он провозгласил, что евреи должны поклоняться только греческим идолам. Но Маккавеи, семья священников из Мадиина, подняли восстание, отказавшись поклоняться греческим идолам. В конце концов, они отвоевали Иерусалим, начали процесс очищения от языческих жертвенников и снова открыли храм Божий. Когда они закончили, их целью было как можно скорее возобновить жертвоприношение и храмовое поклонение. Но когда они подошли к Лахнох, Хануке, или посвящению храма, они обнаружили, что оставшегося особого обрядового масла для миноры хватит только на один день. Было необходимо 8 дней, чтобы сделать новое масло для светильников. И согласно традиции, со всего лишь однодневным запасом они зажгли минору с верой, и Бог поддерживал пламя в течение 8 дней, пока не было сделано новое масло. Это и есть чудо Хануки. Возвращаясь к Евангелию от Иоанна, вы можете себе представить, что в дни Иешуа, при тех испытаниях, которые проходил наш народ, при римском правлении, иудеи окружили Иешуа в храме. Иешуа, этого великого чудотворца из Галилеи. Если бы был идеальный день для того, чтобы начать восстание против римской оккупации, то это была бы Ханука, именно этот день. Потому, не имея больше возможности сдерживаться, они воскликнули: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Мессия, скажи нам прямо». Они были готовы взять оружие, чтобы вернуть свою землю. Иуда Маккавей не совершал таких великих чудес или знамений. Я уверен, что их ожидания были еще выше от этого человека, который мог накормить множество людей в пустыне, который мог исцелять больных воинов. Иешуа был идеальным мессией для изгнания римлян. Их мысли были подобны нашим, постоянно сконцентрированными на царствах этого мира, но слепыми по отношению к Царству Божьему. Иешуа ответил им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют обо Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мной, и Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно». Иешуа снова направил фокус нашего взгляда на вопрос вечности. Он пришел в это время, чтобы поразить врага намного более гнетущего, чем римское рабство, более нечестивого, чем греческий Антиох. Его целью было разорвать узы греха, чтобы дать нам не просто хорошую жизнь на этой земле, но вечную жизнь, восстановив наши отношения с Богом. Испытания, с которыми мы сталкиваемся сегодня, могут заставлять нас беспокоиться из-за того, что наши свободы попираются продажными лидерами, и мир погрузился в хаос. Но даже если Рим может забрать вашу землю, деньги и свободу, никто не может похитить вас из руки вашего Отца. Рим исчез. Точно так же, как и любое другое царство в этом мире. Но Царство Божье расширяется сегодня. Евангелие дошло до каждого народа, и пробуждение обошло земной шар и вновь возвратилось в Израиль.
Сейчас в Израиле мы видим пробуждение среди еврейского народа. Это происходит сегодня, прямо у нас на глазах. Смотря на этот праздник, можем ли мы посмотреть на самих себя, посмотреть на свои сердца и попросить Иешуа очистить нас от любых идолов в наших сердцах, чтобы мы были посвящены нашему Царю и наш взгляд был направлен на Царство Небесное? Давайте помнить, что наш Царь, Он возвращается, Он придет на эту землю как побеждающий Царь, чтобы спасти Израиль и поразить армии тьмы. В отличие от временной победы Маккавеев, Иешуа установит царство, которое никогда не будет разрушено, которое никогда не закончится. Потому мы говорим: «Маранафа, гряди, Иешуа, но сегодня приди и царствуй в наших сердцах». If this touched your heart, will you help pay it forward so that others can hear the same message of life? Partner with our team to bring the gospel to Israel and the nations.